пятницу в Самарской области будет облачно. Осадки в виде дождя. Температура воздуха в дневное время плюс 5, плюс 7 градусов, ночью 0, плюс 2. Подует северный ветер, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани небо в облаках, небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью 2 градуса выше 0. Ветер северный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, утром дождь. Днем плюс 6, ночью плюс 2 градуса. Северный ветер 3 метра в секунду. В Самаре облачно, возможен небольшой дождь. Днем 6 градусов тепла, ночью плюс 2. Ветер северного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 73%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.